Театр начинается с вешалки, а новый 237-й сезон в ульяновской драме откроется премьерным показом. На суд зрителей предстанет постановка главного режиссера Владимира Золотаря по пьесе известного драматурга Александра Островского «Лес». Мы довольно долго выбирали, какой именно материал нового Островского взять, мы перебирали разные пьесы, но остановились все-таки на «Лесе», потому что это всегда очень сложно объяснить, почему так или иначе театр и режиссер выбирает то или иное название, но это какое-то совпадение каких-то вибраций, да, это какое-то ощущение, что для меня сегодня эти смыслы как-то живы, близки, важны. Комедия обличает дикие нравы дворян, поднимает тему любви и семейных конфликтов. Один из важнейших мотивов как для зрителей, так и для артистов спектакля – это то, что даже в самое смутное время театр служит спасительным кругом для всех. Очень сложная история, пожалуй, из того, что я тут, по крайней мере, делал самое для нас сложное и полифоничностью, и сложной такой затеей, связанной с пространством, с игрой в этом пространстве. И еще, понимаете, связанная с тем, что всегда проблема, я не люблю очень это слово, актуализации, потому что, мне кажется всегда, что если текст нуждается в актуализации, то он не нуждается в постановке. Спектакль «Капитанская дочка» претерпел изменения. Специально для этого режиссер постановки, художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий приехал, чтобы вдохнуть новые силы в постановку. А уже в сентябре ульяновцы покажут его на сцене молодежного театра в Москве. На пресс-конференции отметили, что «Капитанская дочка» будет пропитана настроением премьеры. Попытались освежить, вспахать это поле, тем более, что, как мы знаем, время автор-коллектив, есть формула Вахтангова, время меняется, соответственно, и смыслы немного меняются, поэтому какие-то вещи мы чуть подкорректировали, какие-то усилили, какие-то наоборот. Вот, и мне кажется, почистили, так скажем, спектакль от шестилетней патины. Во второй половине ноября стоит ожидать еще одну премьеру. Зрители увидят спектакль по пьесе «Космос» Алексея Житковского. Он появится в репертуаре по итогам драматической лаборатории «Театр формы содержания». Еще одним премьерным спектаклем для всей семьи станет «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана. Его покажут в декабре. Еще одним важным событием в театральной общественности станет открытие мемориальной доски народной артистки России Кларины Шатько. На нашем доме, вы понимаете, о чем я говорю, это Советская 10, где наша звезда прожила более 60 лет. И рядом теперь с памятной доской нашего Бориса Владимировича Александрова, народного артиста России, будет, значит, по праву существовать вот это как бы памятная наша такая история, такой наш поклон замечательной актрисе. Насладиться игрой актеров и новой постановкой можно будет уже 3 сентября. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.